последняя гастроль. Юбилейные игры 25-летия. Что, где, когда? Ноябрь-декабрь 2000 года. Сегодня против знатоков играют Владимир Пензин, Томск, Наталья Орлова, Чикаго, США, Фируза Курбанова, Дашховуз, Туркменистан, Елена Малых, Соликамск, Иван Лобанов, поселок Эльбан, Хабаровский край, сектор Ретро, Сергей Перегудов, Могилев, семья Власовых, Ярославль, Юлия Третьякова, Санкт-Петербург. Борис Юзвик, поселок Свобода, Калининградской области. Михаил Миронов, Нижний Новгород. Зеро, три карты. Спасибо. Благодарю вас. Начинаем игру. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер в интеллектуальном казино, единственном месте, где каждый может заработать деньги своим собственным умом. Вот некоторые спрашивают, какова формула юбилейных игр? Поясняю. Каждое поколение знатоков имеет лишь одну отборочную игру. Выиграют, идут сразу в финал, проиграют, сходят с дистанции. Вот на прошлой неделе поколение 70-х проиграло свою игру. Сегодня будет играть поколение 80-х. Через неделю, 9 декабря, поколение знатоков 90-х годов покажет свой класс. 16 декабря играет команда 2000 года. Как вы знаете, в сентябре этого года победу над телезрителями разделили между собой команда Александра Друзья. А вот Никонов только что был на экране. Здравствуйте. А наш самый, по-моему, старейший знаток. Итак, я хочу подчеркнуть. В сентябре победу над телезрителями разделили сразу две команды. Команда Александра Друзья и команда Интернета. Поэтому 16 декабря будут играть две команды против телезрителей. Причем команду Интернета будет набирать сам Рамблер. Я прав, господин Рамблер, или нет? Где он, господин Рамблер? Господин Крупье. Причем три человека из этой команды мы можем назвать уже сейчас. Это лучшие игроки осенней серии, о которых мы старались собрать еще по принципу, чтобы показать действительно всемирность этого разума. Это Алла Дамскер, Израиль, Иерусалим. Это Антон Панкратов, Самара, Россия. И Виталий Кириллов, Кишинев, Молдова. А трое, еще трое получат шанс играть в этой команде. Они будут набраны во время этих двух игр, сегодняшней и ровно через неделю. Это будут лучшие игроки, которые сейчас сидят перед своими мониторами. И у них есть реальный шанс 16 числа оказаться за этими черными креслами и сыграть здесь, в элитарном клубе. Спасибо. И наконец, 23 декабря в последней отборочной игре за игровой стол сядет команда юнцов, команда третьего тысячелетия. Далее, 30 декабря, господа, 30 декабря финал, в котором игра пойдет на само существование элитарного клуба знатоков. У меня все. Что у нас сегодня за день? Суббота. Суббота. 2 декабря 2000 года. Московское время 21 час 48 минут. Сегодня играет поколение 80-х. Вот такими они были. Посмотрите на них. Александр Бялко. Александр Друзь. Никита Шангин.
Олег Долгов. Леонид Владимирский. Виктор Сиднев. Вот такими они были. Это была дружная семья знатоков. Они всюду бывали вместе, да и я бывал у них в гостях не раз. Сегодня они рассеяны по всему миру. Итак, поколение 80-х. Доктор физико-математических наук, профессор Макс Планк Института в Штутгарте, Германия, Олег Долгов. Программист из Нью-Йорка, обладатель «Хрустальной совы» Леонид Владимирский. Кандидат физико-математических наук, замдиректора компании «Бреннер» Александр Бялко и главный архитектор проекта первого в России мемориала жертвам сталинских репрессий, обладатель «Хрустальной совы» Никита Шангин. Обладатель 4 «Хрустальных сов», магистр игры «Что, где, когда» Александр Друзь. И капитан команды, кандидат физико-математических наук, директор компании «Троицкий Леком» Виктор Сиднев. Юбилейные игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Господа, параллельно с нашей игрой Рамблер проводит игру «Что, где, когда» в интернете на наши вопросы. То есть любой человек в мире может сравнить свои умственные способности с, так сказать, эталоном, который у нас сейчас за столом. Регистрируйтесь на сайте Рамблера 3. www.rambler.ru и играйте в «Что, где, когда». Так, 5000 черное. 5000 черное, совершенно верно. Против вас играет Наталья Орлова. Да, город Чикаго, Соединенные Штаты. Господин Владимирский, вот вы живете в Нью-Йорке, мне сказали. Да. А в Чикаго вы бывали? Да. Я видел Чикаго. Да. Не встречали там Наталью Орлову? К сожалению, а может быть, к счастью, нет. Ну, зачем же так сразу? А сейчас мы увидим, какой вопрос. Правильно, к счастью или к сожалению, вы сейчас почувствуете. Внимание, вопрос. Серьезный вопрос? Господа, чему была равна длина знаменитой русской иконы 1672 года рождения, апостол Петр и Пресвятая Троица? Вопрос понятен? Время. Досрочный ответ. Досрочно? Александр Бялко. Дело в том, что икона была посвящена рождению нового царя Петра, и она, то есть ее размер иконы представлял рост младенца Петра, ну, наверное, где-нибудь 55-58, наверное, сантиметров, вот так. Господин Бялко, мы с вами так не договаривались. 1-0, выигрывает знатоки. И знатоки еще имеют минуту обсуждения. Дополнительную минуту обсуждения. Быстрый ход. 5000 рублей уходят знатокам. Уважаемая публика, внимание. Сотовая сеть Санет объявляет всеобщие выборы лучшего знатока элитарного клуба поколения 80-х. Лучшему знатоку 80-х сегодня будет вручен специальный приз «Золотой сонет». Сонет Шекспира на четверти килограмма чистого золота 999-й пробы. Голосуйте за лучшего знатока 80-х. Это может быть Виктор Сиднев. Те, кто считает его лучшим, звонит по телефону 995-8151. Или Леонид Владимирский. Его поклонники звонят по телефону 995-8152. Или Александр Друзь. За него голосуйте по телефону 995-8153. Или Александр Бялко. Я думаю, сейчас уже толпа у телефонов. Тот, кто выиграл этот раунд, тот, кто считает его лучшим, звонит по телефону 995-8154. Олег Долгов.
Его поклонники звонят по телефону 995-8155. Никита Шангин, телефон его 995-8156. Господин Сусов, генеральный директор сотовой сети Сонет, что нам нужно еще знать по этому поводу? Пожалуйста. В прошлый раз почему-то телезрители решили, что могут звонить только абоненты сотовой сети Сонет, это совсем не так. Можно звонить из любой точки мира, только не надо забывать набирать код Москвы и код страны. Спасибо. 1-0. Второй раунд. Уважаемая публика, вы уже слышали, что все шесть игроков поколения 80-х застрахованы крупнейшей в России страховой компанией «Росн». Хочу вас обрадовать, знатоки. В случае проигрыша вы получаете страховой компании «Росн» страховое возмещение. Так что живите спокойно, как советует вам «Росн». Жить спокойно, значит жить лучше. Посмотрим на волчок. Мне кажется, 4, да? 4 тысячи черные. Благодарю. Против знатоков играет студентка Елена Малых, город Соликамск. Господин Крупье. Да, я слушаю вас. Бинбанк увеличивает эту ставку в два раза. Ну, дело ваше, воля ваша. Ставка, значит, теперь у нас 8 тысяч на кону. А я хочу обратиться к господину Сидневу. Господин Сиднев, говорят, у вас много детей. Это правда или нет? Да, у нас четверо. У нас это в каком смысле? В семье. У нас 4 дочки. 4 дочки. А какая-нибудь дочка в зале есть? Есть. Можно ее посмотреть? Вот сзади. Как вас зовут, дочка? Таня. Красиво? Это старшая. Это старшая. А маленькая 5. Ну, давайте поработаем со старшей. Таня, скажите, пожалуйста, вы почитаете своего отца? Да. Чтите его, да? Да. Так, почитайте, чтите. А в чем выражается вот ваше почитание? Ну, я стараюсь поступать, как он, в некоторых ситуациях. Но не во всех! Господин Сиднев, у вас хорошая дочка. Скажите, пожалуйста, она заботится о вас? Конечно. Господа, Конфуций сказал, некоторые думают, что почтительность к своим родителям выражается в заботе о них. Но ведь мы заботимся и о кошках, и о собаках. Однако никто не говорит о почтительности к кошкам и собакам. Внимание, вопрос. Так о ком или о чем мы должны заботиться, выражая почтительность к своим родителям? Время. На своих детях. Это хорошо. Еще вопрос, какие были к Татьяне? Какие были вопросы? Он же еще почитает ли она и заботится? Почитает ли и заботится? А что значит, что значит почитает? Еще был вопрос. Она сказала, я поступаю как. Ответ не мог быть запланирован, неважно. Значит, о ком мы можем заботиться из своих родственников? Значит, о детях, о родителях, да? Вариант о родителях, родителей. Ну, это слишком... Подожди, а что значит почтительность? А уважать мнение, прислушиваться ко мне. Да, в Китае, скорее всего, не доживали, да? Заботиться. Чтить, читать. Почитать. Нет, действительно, действительно. О детях. Ну, хорошо. О себе самом. О себе самом. Уважать самого себя. Заботиться. О ком мы должны заботиться? О ком заботиться мы должны? Заботиться о себе. Потому что мы есть продукт этих родителей. Если мы хотим, да, почитать пока родителей. Нет. Пока нет. Ну, вроде версии да. Владимирский будет отвечать. Еще есть секунды. У вас есть дополнительная минута обсуждения, на всякий случай, я говорю. Вы берете или нет? О себе он точно будет. Нет, да, не берете. Кто отвечает? Отвечает Леонид Владимирский, а все остальные молчат. О ком или о чем мы должны заботиться, выражая почтительность к своим родителям? Выражая почтительность к своим родителям, мы должны заботиться о том, кто является их продуктом, о себе. А почему? Почему? Где логика? Значит, потому что... Почему эгоист выражает заботящийся о себе, Это вовсе не значит, что он эгоист. Так, я слушаю вас внимательно. Значит, это просто значит, что он сохраняет себя для своих родителей. Таков ваш ответ. Да. А теперь внимание. Правильный ответ. Правильно. Ну, все-таки красиво. Ну, лучше, чем один.
Конфуций говорил: родители наши больше всего печалятся, когда их дети болеют или что-нибудь плохое с ними происходит. Поэтому, выражая почтительность своим родителям, мы прежде всего должны заботиться о себе, о своем здоровье. Так что заботьтесь, заботьтесь о себе. 2-0, черт возьми. Господин Крупье. Да, я слушаю вас. Я прошу прощения. Так получилось, что у нас, кроме нашей команды, здесь шестерых присутствующих, есть еще наш друг из Америки, капитан американской команды 80-х годов, Стефан Лэнг, который благодаря нефтяной компании «Юкос» смог приехать к нам на игру. Мы хотели бы сделать замену, я хочу уступить ему место. Хотя бы на один раунд. Разрешите нам это? Я поддерживаю. Друзья, давай! Господа, уважаемая публика, внимание! Интернет-холдинг «Раблер» предлагает знатокам элитарного клуба помощь интернета, помощь всем всемирного разума. Но сейчас 2-0, конечно, помощь пока еще не нужна. Но вы были свидетелями. Неделю тому назад интернет подсказал знатокам правильную версию, и знатоки выиграли очко. Итак, весь мир следит за вами, весь мир будет вам помогать, тем более, что есть возможность пересесть из домашнего кресла в кресло «Что, где, когда». Уважаемые знатоки, повторяю, один раз за всю игру на любом вопросе вы можете взять дополнительную минуту помощи всемирного разума. Третий раунд. Господа, что же это получается? Мало того, что знатоки выигрывают, но все заботятся только о знатоках. Бриллианты, золото, хрустальные совы только для знатоков. Роснет страхует только знатоков. Рамблер организует помощь знатокам. Сонет устраивает выборы знатоков. Даже единственный юрист в этом зале, господин Борщевский, и тоже помогает знатокам. А что же телезрители? Несправедливо. Им помогает только один человек, и вы даже знаете, кто это. Я считаю, что мы вовремя сделали замену, потому что если бы Друзь сидел за столом, то это была бы не совсем корректная игра. Считаю, что он вовремя ушел. Да, тот самый вопрос. Итак, сектор ретро. Вопрос 1982 года. Рано смеетесь. Помните, у нас были в те годы призы книжки, и представляла их Тамара Владимировна Вишнякова. Давайте поаплодируем Тамаре Владимировне. Внимание на экран. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстями. Николай Васильевич Гоголь. Избранные произведения. За команду телезрителей начинает игру Наташа Холодович, ученица 10 класса, город Макеевка. Внимание. Уважаемые знатоки, да, перед вами цифры, которыми мы сейчас пользуемся. А теперь послушайте несколько исторических фактов. Всем известно, что мы пользуемся с вами арабскими цифрами. Вот сейчас они перед вами, от единицы до девятки и ноль. Но почему арабские цифры пишутся именно так, а не иначе? Этого пока точно никто не знает до сих пор. Единственное, можно сказать, что недавно, после долгих и упорных трудов, директор Марокканского музея истории Абделькрим Баужибара выдвинул на этот счет простую и убедительную гипотезу. Уважаемые знатоки, Абделькрим Баужибара потратил на свою гипотезу долгие годы. А мы вам даем всего одну минуту, ведь вы же наши знатоки. Итак, почему эти арабские цифры пишутся именно так, а не иначе? Досрочный ответ. Никита Шангин. У меня начинает портиться настроение. У вас есть 3 шанса. По этой гипотезе арабские цифры от единицы до десятки, от единицы до девятки, это количество углов, простите, составляющих начертания... От единицы до десятки? До девятки. Это количество углов, составляющих начертания этой цифры. Таков ваш ответ. Нарисую.
Девятку-то рисуй. Единица. Единица. Двойка. Тройка. Ну и так далее. И так далее, и так далее. Там четверка. А ноль? А ноль — это отсутствие угла. Не было ноля. Невозможно с вами играть. 3-0. 3-0. 3-0. Выигрывает Зададим. Уважаемая публика, внимание! Группа компании «Русское золото» учреждает главный приз юбилейных игр – «Бриллиантовая сова» нового магистра игры «Что, где, когда». «Бриллиантовая звезда» – «Бриллиантовая звезда», простите. Второго за всю историю клуба магистра имеет много бриллиантов, 7,5 каратов, много изумрудов и рубинов. Золото 750-й пробы и техника исполнения «Фаберже». Бриллиантовой звездой и званием магистра «Что, где, когда» будет награжден лучший игрок за все 25 лет существования элитарного клуба. Награждение состоится по окончании финальной игры 30 декабря 2000 года. Кстати, вот эта красивая девушка из лучшего в России модельного агентства «Престиж», входящего в группу компании «Русское золото», мы встретимся с моделями этого агентства 16 декабря в музыкальной паузе. А сейчас еще не все. Уважаемая публика, внимание! Сотовая сеть «Сонет» учреждает специальный приз для нового магистра игры «Что, где, когда» – «Вечный Сонет». «Вечный Сонет» оплачен до конца 21 века. Не ограничен во времени переговоров. Обладает правом наследования и дарения. Но самое главное, господа, «Вечный Сонет», как и все телефоны сотовой сети «Сонет», единственный, абсолютно безвредный для здоровья человека – а также полностью защищен от подслушивания. Спасибо сотовой сети «Сонет» за «Вечный Сонет». Четвертый раунд. Ну что ж. Господин Рамблер, посмотрите в свой ноутбук и скажите, как идут дела у вас на сайте. Какой счет в вашей игре? Хоть там-то. Там интернет взяли... бьет знатоков? Да, там вы, Владимир Яковлевич, в фаворе. Там команда интернета взяла всего лишь одно очко с углами, остальные два просто не успели сыграть. Настолько быстро играет команда за столом. Ну, есть надежда. Но мы еще надеемся тоже догнать. Итак, на кону 3000 красных. Играет Иван Лобанов, поселок Эльбан, Хабаровский край. Господа, ну вы все помните, в молодости, когда я бывал в вашей компании, мы пили... разные вина. Но в частности, вот Сиднев, помнишь, мы пили молдавское? Да. Да? Не знаю, кто его покупал, но не я точно. Так что я вам должен. Владимирович, как говорил Жванецкий когда-то, да? Разве мы думали, чего пить? Мы думали, кабы чего выпить. Ну, я вам отдам. Итак, внимание, молдавское вино. Пробуйте, пробуйте, так, господа. Хорошее вино. Стакан. Пробуйте и закусывайте, закусывайте. Так, ребята, быстро, что там подано к... Сыр брынза. Итак, внимание, вопрос. Сухой, красный. Господа, как нужно покупать вино и как продавать его? Как нужно покупать вино и как продавать его? Время. Ну, так, зачем покупать, здесь закуска? Надо обязательно попробовать. Нет, ребят, не то, чтобы качество, при оценке качества вина обязательно белую булку надо жевать. Это нейтрализует вкус. А продавать, наоборот, давать сыр, чтобы забивало. Да. Вот все дела. То есть перед тем, как самому купить, надо попробовать хлеб. Да, он для этого здесь стоит, чтобы лучше чувствовать. А продавать нужно угостить сыром. Сыром, потому что он забьет. Хорошо, еще крутим. Саша, это твой ответ. Ребят, давай доиграем, Олег. Так, не расслабляться. Хорошо. Какая цель того, кто покупает? Купить подешевле и хорошее. Продать подороже и... Слушайте, ну здесь есть ловушка. Попробуйте у нас попросить. Да, давай попробуем. Чтобы попробовать. Попробуй. Сыр, кстати, острый. Попробуйте. Я вас как братьев прошу. Нет, соленый.
Соленый. Все отлично. Значит, забивает. Итак, отвечает острый. Александр Белка. Вы, если уверены в ответе, отвечаете. Но у вас есть еще минута. Нет, две. Даже две. Хотел одну минуту, как бы, да. Итак, отвечает Александр Бялко, да? Мы посовещались. Можно сказать вопрос еще раз повторить, да? Да нет, мы вроде поняли вопрос. Смотрите, смотрите, Александр. Вопрос состоит в том, чтобы для того, чтобы выгодно продать вино, надо улучшить как бы его вкус. А это можно сделать с помощью сыра, который острый и забивает рецепторы, так сказать, вино становится, ну, мягче. А дегустаторы, которые пробуют вино для себя, как бы для того, чтобы его купить себе, наоборот, пользуются хлебной булкой, даже жуют ее и выплевывают для того, чтобы вкусовые рецепторы улучшили свою работу. И тогда острее воспринимается вкус вина. Господин Бялко, да. Вы что, все-таки кандидат физико-математических? Да. Это точно. У него даже диплом есть. Ну и в этом вопросе вы разбираетесь. Абсолютно твердый и правильный ответ. 4-0. Очередные 3000 рублей. Отдаем за догадку. Все, договорились. Да, ну попалась команда. Александр Бялко, вы можете мне ответить? Да. Вы можете сравнить, скажем, крупье 20-летней давности и крупье сейчас, нынешнего. Можно я? Многие говорят, что я... Да, я могу сказать, как вино. Вы настоялись, так сказать, набрали терпкость. А вы знаете, говорят, что я стал с годами добрее, мягче к знатокам. Не могу с ними бороться. Владимир Яковлевич? Да. Вас обманывают, вы набрали уксуса. Владимир Яковлевич, я хочу открыть один маленький секрет, потому что, может быть, ну, телезрители наверняка не знают, что 20 лет назад, когда мы праздновали ваше 50-летие, я вам открою этот секрет, мы вас называли дедушкой. Сегодня, через 20 лет, мы думаем, что вы сильно помолодели. Сегодня сами уже есть дедушки. Ну зачем вам меня подкупать? Вы и так 4-0. Выигрывают знатоки. Счет 4-0, и мы начинаем пятый раунд. Только что я посмотрел таблицу голосования. Там на первом месте Александр Друзь. Как всегда, публика голосует за того, кого она знает больше, а не за того, кто приносит больше пользы. Вот смотрите, он стоит рядом, а все равно все голосуют за него. Я и принес пользу. Господин Крупье. Да, пожалуйста. У меня претензия к вам, как от американца. Поскольку вы мне не выдали телефонного номера, я потребую, пожалуйста, пересчитать вручную голоса. Я предлагаю, чтобы у вас был номер Александра Друзья, и все будут довольны. Это по-нашески, по-сурдски. Да. Браво. Итак, господа, голосуйте. Ладно, серьезнее. Все, ребята, играем. Так, играем. Что мы играем? Покажите стрелочку. 2000 черные. А счет 4-0. Так, играет семья Власовых, город Ярославль. Ну, смотрите, целая семья, у нас всего 2000. Я говорю, так сказать, намеками, но, может быть, кое-кто меня поймет. Господин Крупье. Да, слушаю вас. Мы видим, телезрители уже стали играть целыми семьями, потому что они чувствуют, что... Насколько? Да, насколько серьезен момент. Поэтому давайте мы увеличим эту ставку в 3 раза. Итак, на кону у нас 2×3, 6. 6 тысяч рублей. Еще и считать умею. Нервничаю. Итак, семья Власовых из Ярославля, да, утверждает, что если итальянцы из города Кома поделить на немцы из Эрлангера, то получится француз из Лиона. Внимание, вопрос, что за ерунда? О чем речь, господа? Время. Какая-то единица, Эрлангер. Подожди, кого там еще? Кома, Эрлангер. Даже немцы, кто там еще? Немцы, итальянец, поделенный на немца, получается французский Лион. Кома живут австрийцы, а не итальянцы. Дьяволу, это физические единицы, скорее всего. Это вот помнишь, под Цельсий, Фаренгейт и так далее. Да, это да. Точно физика. Это именные физические единицы. Да, итальянец, кто там? Кто может быть? Бернулли какой-нибудь? Джоуль, кто? Джоуль, там, Ньютон.
вольт. Вольт, вольт какой-то. Вольт. Ампер, вольт. Вольт, ампер. А кто получит еще раз? Немец. Получите француз. Получите француз. Ом. Значит, этот самый. Останавливаем. Вольт, ампер. Нет, тогда вольт, делим на Эрлангера, это на ом, на ом и делим, да? Нет, это ом. А он тогда чем значит, равен? Вольта, второй минут. Ампер. Вторую минуту. Берем вторую минуту. Да. Так, и спокойно что? Разбираемся. Итальянец это вольта. Да. Немец это ом. Ом и ампер. А француз это ампер. Да. Все. Кто отвечает? Ампер, что, отвечает Стефан Лэнг. Страшно подумать. Гуманитар. Так, ну вот, вот формула. Вольт. Вольт разделить на омы равно амперам. Кто там итальянец, то немец, то француз. А, Никола, если я не ошибаюсь, вольта, итальянец. Александр. Ну вот. Ом немец, а ампер француз. Андрей. Ну. Три физика. Четыре физика за столом. Стыдно, стыдно, ребят. Стыдно. Доктора физико-математических наук, я бы отдал этот вопрос телезрителям. Ну что, отдаете? Нет? Провокация, ребята. Провокация. Провокация, конечно. Ребята, игру ломать не надо. Деньги отдаем. Мы готовы отдать. Да. Деньги отдаем. Выигрыш отдаем. Деньги отдаем. Деньги. Деньги отдаем телезрителям. Там и так 6 тысяч. Ладно, 5-0. А деньги телезрителям все равно. Господин Руке. Мы благодарим Стефана Лэнга, потому что американская команда, игра американской команды, безусловно, была частью игры поколения 80-х, что мне кажется. Да, и да. Сегодня он тоже принес нам удачу. Спасибо, Стефан. Спасибо, ребята. Господин Крупье. И спасибо Юкосу, что он тебя принес. Да. Ну, всеобщие поздравления. Господин Крупье. Все хвалят друг друга, а я хочу похвалить... Да, прошу вас, вы хотите что сказать? Да, господин Крупье, я хочу сказать, что у нас появилось два кандидата, не участника, а всего лишь кандидата. Это те люди, которые до команды знатоков дали правильные ответы в интернете. И на вопрос с вином, ну и, естественно, на вопрос с законом ОМА. Это один человек из Москвы, один из Питера. Соколов из Питера и Максимов из Москвы. Но все решится через две недели. Итак, господин Рамблер похвалил участников интернета. Все друг другу пожали руки. Ну что, сыграем? И крутить не будем. Может, крутнем на удачу, может, само выпадет. А ты уже здесь, да? Да. Может, само выпадет? Саша, ты слышал про репу? Само уже выпадало. Да. Сейчас Друси выпадет. Не нет, попрешь. Если вы против, конечно, не, я не, не, давайте крутанем. Мы за, ну давайте крутанем. Ты один. Коллектив против тебя. А кто сказал? Нет, мы его любим. Давайте голосовать. Да. Я тоже его люблю, но против. Давайте вручную пересчитаем. Все, 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 все. Ну хорошо. Значит, традиционно играем на самую большую ставку, на 6 тысяч. И у нас раунд зеро. Без карт. Давайте вспомним китайского философа Лао Цзы. Не чувствовал. Который еще 1000 лет тому назад сказал нам, как надо управлять большой страной, большим государством. Он говорил, что управлять большой страной это все равно, что готовить мелкую рыбешку. Не надо. Внимание, вопрос. Что имел в виду Лао Цзы? Чего не надо делать, чтобы управлять большой страной? Готовьте красные карточки. Время. Так, сдирать чешую просто. Чистить не надо. Чистить не надо, потрошить не надо. Не обращать внимания на мелочи.
на минуту. То есть считать не надо мелкую рыбешку, да? Нет, все равно, что готовить мелкую рыбешку. Не надо чистить грязную шкуру. Заниматься отдельно каждой взятой рыбешкой. Нет, но идея в том, чтобы не заниматься мелкими проблемами. Да. Но вот либо ее не чистить вообще, что ли? Не чистить вообще. Не чистить вообще, не потрошить вообще. Заниматься в целом целой массой рыбы. Это значит ничего не делать. Ребят, здесь может быть про налоги что-нибудь вот такое, поскольку страна большая. Все равно, что вы чё, чешуя готовим, это что? Готовим мелкую рыбешку как массу готовим. То есть относиться к ней как массе, а не как каждая отдельная рыбешка. Каждая... А что значит относиться? Ты же ничего не делаешь, когда варишь, да? Она варится сама и все. Конечно. А потом целиком выкидывать, как и странно. Ну вот есть еще вариант считать. Считать ее не надо, как бы поштучно. Ну и что считать не надо? Минуту берем? Еще, да, возьмем. Ну еще давайте, еще версии. Готовить. Солить ее не надо. Не надо потрошить. Как и население. Чего я повторяю вопрос, мы берем для еще телезрителей? Да, берете. Да, чего не надо делать, чтобы управлять хорошо большим государством? Время. Не потрошить каждого. То есть не надо ее рассматривать, не надо видеть каждого отдельного человека, да, что ли? Но это какая-то человеческая. Кого ее? Там процесс приготовления. Общественные интересы выше личных. Ребят, из чего заключается? В чем заключается процесс приготовления? С рыбой надо. Что с рыбой? Потрошить. Вот все равно, что чистить же сказали потрошить. Первое, чистить. Второе, потрошить. Что еще? Третье, считать. Четвертое. Все сразу перечислите, все. То есть не надо заниматься отдельно взятой рыбешкой. Точно так же при управлении государством. А если у тебя всего одна мелкая рыбешка? Никит, я вопрос. Не надо каждому голову отрезать в этом государстве. Ну, самое, что потрошить. Чистить то же самое, с дырочкой. Но пока что только чистить. Нет, очень потрошить. Отношение к обществу. Давайте рамки. Ребята, не надо. Ребята, он философ, он должен мыслить глобально. У нас еще перебор. Ребята, это же Китай, это еще тоталитарное сознание ко всему. Безусловно. Отвечает Никита Шангин. Господин Крупин. Да, слушаю вас. Игра уже почти подходит к концу, и по этому вопросу... А у вас осталось много денег? А просто сейчас, посоветовавшись с коллегами по залу, мы считаем, что вопрос очень интересный. И поэтому, если мы увеличим ставку в два раза, это будет совсем не лишним. Итак, на кону у нас 12 тысяч рублей. Вить, давай рамблер возьмем. Не надо. Давай рамблер. Нам пригодится рамблер еще. Ну что пригодится? А зачем? Ну пригодится рамблер. Нет, все, отвечаем. Мы новое не придумали. Отвечаем. Мы сказали отвечаем, значит мы отвечаем. И мы слушаем Никиту Шангина. Что не надо делать по Лао Цзы, чтобы хорошо управлять большой страной? Чтобы управлять большой страной, по мнению китайского философа, что вполне укладывается в представление об обществе, характерное именно для Востока. Лишнего не говори. Не надо учитывать интересов отдельно взятых личностей, а нужно учитывать общественные интересы в целом. Как при приготавливании блюда из мелкой рыбешки мы не обрабатываем каждую отдельно взятую рыбешку, а обрабатываем массу в целом. Отношение к обществу как к массе. А чего не надо делать? Не надо учитывать. Не надо заниматься интересами отдельно взятой личности, отдельно взятого человека. Нужно ставить общественные интересы выше личности. Не надо потрошить. Ну, скажите слово еще. Правильно, скажите слово. И это слово было дважды произнесено во время минут обсуждения. Двумя людьми. Просто оно как бы погибло в бурном обсуждении. Ответ принят. Как вы говорите, направление правильное. Дорога идет туда. А теперь правильный ответ. Так же, как при приготовлении мелкой рыбешки, вы это говорили, и вы. Лао Цзы говорит, при управлении большой страной не надо мешать. Мешать не надо. Каша будет, которую потом не расхлебаешь. Мешать не надо. Хорошо. Счет 5-1. Господин Крупье, вот госпожа Истомин уже может считать себя сидящей за этим столом. Это уже не кандидат, а уже игрок. Она ответила первой на этот вопрос. И хотя интернет не взял. Поздравляю. Вы уже
все бросили. Мы две минуты обсуждали одно и то же. Мы не сделали следующего шага. Что случилось? Немножко открутиться, отойти назад. Все, вспомнили баню. Да. Игра до 6 очков, счет 5-1 в пользу знатоков. 7-й раунд. Мне сейчас передали записку, что Бинбанк хочет сделать заявление. Вы хотите что-нибудь сказать? Да. Господин Крупье, Бинбанк учредил премии для телезрителей, которые прислали наиболее интересные вопросы. Каждая премия величиной 5000 рублей. Спасибо. Тысяча красная. Тысяча красная. Из Питера, по-моему. Нет, не из Питера. Из города Томска. И против вас играет Владимир Пензин. Господин Друзь. Я. Вот все время реплики и реплики, да? Вы современный человек. Как вы относитесь к достижениям нашей цивилизации? С опасением. А к туалетной бумаге как к достижению? Ну, здесь не все так однозначно. И последний вопрос. Не хотите ли вы на этом вопросе уступить место нашему американскому другу? Ух. Это было бы корректно. Я протестую. Александр Друзь, счет 5-1. Я протестую. Не хотите, значит, да? Нет. При молчаливом попустительстве, друзья. Я сейчас не капитан, к счастью. И вот как капитан скажет, так и будет. Я так и понял. Господа, внимание. Пушкин в одном из писем писал: «Неприятно получать проколотые письма. Так шершаво, что невозможно ими подтереться. Анус расцарапаешь». Внимание, вопрос. Каким образом появились эти проколотые письма? Перлюстрация. Ну, перлюстрация – это и так термин, но каким образом? Время. Зачем прокалывали-то вообще? Деньги искали? Нет, искали крамолу. А какая крамола? Зачем? Что можно прокалывать? Письма читали. Нет, ну, может, какие-нибудь бутоньерки, там, бантики какие-нибудь прикалывали. Ребят, может, прокалывали, значит, что просмотрено, как штемпель. Слушай, а при чем тут такое использование? Нет, я знаю, что точно они паром отклеивали. Что наклеивали? Какая связь с использованием? Ребята, перлюстрация, может быть, это прокалывать как-то вот перевод. Может быть, перевод. У заключенных... Может быть, сургучная печать. И что? И они ее отдирали, и получалась дырка. Наверное. Нет, но это в письме, а не... Я думаю, что это прокалывали. Ребят, как получались дырки? За счет вскрытия конверта. За счет вскрытия конверта дырка образовывалась. То есть заклеивали с помощью иголок, вскрывали, а чтобы потом заклеить, зачем прокалывали? На самом деле, письмом подтираться не будешь, там чернила. Нет, там единственное, конвертом только можно. Как холера была тогда в России, там что-то такое проверяли на предмет бактериологический. Правильно, холера. Их просто это самое, их просто... Берем еще. Не-не-не, все, значит, насчет холеры. Холера, там ситуация такая, что их обкуривали, их как бы накалывали и обкуривали это самое. Обкуривали. Время. Еще одну минуту. Время. Кто отвечает? Берем минуту. Ведь, значит, пожалуйста, для того, чтобы их обеззаразить, их накалывали, допустим, на вертел, на шпагу, в дым и держали их в дыму. Да, хорошо. А Пушкин-то почему говорит? Потому что он холера, он Болдина в это время был. Он жениться собирался, сидел в Болдине и ждал, когда ему эти письма придут. Это понятно. Все. Понимаешь? Хорошо, да. Хорошо, а все-таки использовано. Рапшера будем брать? Нет, не будем. К черту, значит, почему должна быть дырка? Или это пометка какая-то? Нет, понятно. Вот именно по... Проколотые письма, понятно почему. Ввести. Для того, чтобы что-то извлечь через дырку, можно было? Нет, ну смотри, можно проверить, что если там жесткое что-то есть. Если, вот, например, там монеты были, да, ну, вот про... написано шершаво, то есть проколото неаккуратно, понимаешь? Вот тут написано было в вопросе. Ну вот эти шершаво. Болдина, именно Болдин он переписывался очень сильно. Да, отвечает Александр Друзь. Прошу, Александр Друзь, перед этим я хочу повторить вопрос. Да. Каким образом появились эти письма? Значит, эти письма появились следующим образом.
Александр Сергеевич Пушкин во время известной эпидемии холеры в 30-м году, если не ошибаюсь, находился в Болдино. И письма, которые переправлялись по почте, прежде чем их передать адресату, передать на почту, они на каком-то острие обкуривались, дезинфицировались таким специальным обкуриванием для того, чтобы не переслать заразу адресату. Так и получились эти вот проколотые письма. Вопрос. Да. Каким образом они получались? Вы в принципе, ответили. Значит, мне остается только уточнить вашу версию. Чем окуривали? Дымом. Сань, дымом окуривали. Окуривали, тогда верили, что окуренные письма определенным образом. Я не знаю состава, к сожалению. Но думаю, если вы захотите сказать, то вы скажете этот состав. Значит, окуривали специальным дымом, например, можжевеловым или еще каким-то. Да, серый там. Серый обкуривали, разные были способы о том, как передать. Понятно. Как обезопасить письма от холеры. И все-таки, не как-то, а чем обкуривали? Серый обкуривали. Я хочу, чтобы вы поняли, что если вы не скажете состав, я, несмотря на общественное мнение, я засужу. Значит, мы предполагаем... Чем обкуривали? Мы предполагаем... Чем? Предполагаем, что серой. Серой. Серным дымом. А теперь, внимание, правильный ответ. 1830 год, это верно. Причиной послужила эпидемия холеры. Правильно. И обкуривали, то прокалывали и обкуривали от этой самой холеры. И, черт возьми, обкуривали серой! 6-1. Молодец, Серый! Все становится 6-1. Пользу знатоков. Победа знатоков. Поколение 80-х выходит в финал юбилейных игр. Двойная радость для роста. Не придется платить страховку. Поэтому мы присуждаем победителей. Премия. Премия кому? Телезрителю. Телезрителю. Хорошо. Задавшему этот красивый. От Бинбанка премия телезрителю. Прекрасный вопрос. А сейчас я хочу посмотреть на знатоков. Виктор Сиднев. Виктор Сиднев. Победитель. Леонид Владимирский. Леонид Владимирский. Сколько за него? 1500 проголосовало. Александр Друзь. 23 000. Не играл ничего и 23 000 получил. Александр Бялка. 25 000. Давайте поздравим Александра Бялка. Олег Долгов. Сколько за него проголосовало? Мало. Никита Шангин. Сколько? Итак, сейчас внимание. Через одну минуту состоится подведение итогов голосования и награждение лучшего знатока поколения 80-х годов. Телезрители, внимание. Сейчас предоставляется последняя возможность изменить итоги голосования за лучшего игрока 80-х. Потому что игра закончилась. Всем спасибо. Уважаемая публика, внимание. Сотовая сеть Сонет объявляет окончательные итоги всеобщего голосования за звание лучшего игрока элитарного клуба поколения 80-х. В голосовании приняло участие около 60 000 человек. Лучшим знатоком поколения 80-х признан, посмотрим, Александр Бялка. Более 27 000 человек за него проголосовало. Ему вручается хрустальная сова и золотой сонет. Сонет Шекспира на 250 000 чистого золота. Вручает приз генеральный директор сотовой сети Сонет господин Сусов. Прошу вас. Узнаю я минувшие года. Таких, как ты, не знали никогда. Шекспир. Ничего дальше делать. Все! Поцелуй! Пойдем, он такой маленький. А почему сова деградировала по размерам? Где Бялка? Это первая сова у вас, да? Нет, у нее была первая, когда не было. Деревянная, да. Это историческая несправедливость исправлена. Поздравляю вас.
А у меня в руках еще есть сова. И она за лучшую музыкальную паузу в течение всех 25 лет. Вы не знаете, кому я хочу ее поздравить. Поздравляю. Вот гусар, вот казак, вот шпоры, гравюра 18 века. Не Пушкин был прав. Никаких неприятностей сегодня у нас праздник. Итак, добавить еще одну хорошую новость. Хорошую? Да, хорошую. И короткую. Да, и короткую. Прошу. Значит, с учетом того, что сегодня телезрители проиграли, я бы хотел предложить страховой полис всем участникам игры от телезрителей на 30 тысяч рублей сегодняшней игры и всех последующих. Наконец-то проснулись. Итак, мы встречаемся ровно через неделю, в следующую субботу, и будем смотреть, как будут играть лучшие игроки 90-х годов, наши современники. Дрожь победит. До свидания. Я хочу сказать, что, может быть, найдется в зале человек такой, который не знает, я его не назвал просто, Константина Райкина. Но я говорю, это Константин Райкин. Понятно всем? Больше это было в нашем финале. Владимир Яковлевич. Владимир Яковлевич. Дело в том, что ровно 15 лет назад мы сидели за столом и ели арбуз, который принес в студию Аркадий Исаакович. Только не 15, 14. 14 лет назад это было. Это 26-го, 1986 года, день рождения Аркадия Исааковича. А арбуз покупал я. Я вам говорю, как раз.